Всем привет! Вы на канале Game Demon, и как всегда с вами я, Game Demon и Максим. Макс Хаус 3 в одном. В этом видеоролике вы узнаете, что поменялось, как вообще все тут переделалось. Короче, вот, сейчас я вам покажу, каков был остров до того, как мы с Максимом чуть-чуть с им позанимались, там лишние деревья убрали и так далее, так далее, так далее. Видеоролик будет сегодня интересный, так что смотрите полностью. И всем всего самого наилучшего. Всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. И всем здорово. Вы по-прежнему на канале Game Demon. Вы по-прежнему со мной и с... Я печеньку кушаю. С Максимом, который зовет себя Макс и Хаус и 3 в одном. Как-то так. Мы, короче, позанимались много чем. Вырубкой деревьев. Сейчас я вот пробегусь, покажу. Вырубкой деревьев вот занялись. Теперь остров, кажется, гораздо... Ай. Гораздо шире. Не взрывайся там. Ну, короче, вот так вот. Вот такие дела. Ой, сундуки, слава богу, он не тронул. Только таблички. И картину. Вот. Короче, вот такие дела. Вот это вот мы сделали с Максимом. Ну капец, как мне домой зайти? Вот как мне домой зайти? А? Вот. Кто ты? Паук. Угомонись. Ты иди давай сюда. А, кстати, мы решили, что... Пойду к тебе в гости. Мы решили то, что вот это вот будет у нас чаровка. Я тут еще все поменяю, но ничего страшного. Я буду жить у него дома. Я буду жить у него дома. Там сделаю... Я видел, как он взорвался. Я прям уж видел, как он взорвался. Крипер. Где? У меня над крышей. Вот, здесь будет чаровка стоять, бомб, ох, чароваться. Красиво, бомб. А здесь мы будем там зелье варить, наковальни ставить. Вот. Осталось... вот, 7 алмазов всего осталось. И 6 этот, обсидиана. Новая шахта неинтересная оказалась. То, что я вам показывал, мы нашли, да, покопались, 300 раз потерялись, и, короче, как-то так. Ну, в общем, не суть интересно. Броня, если что, у меня железная. Сделал я классическую вот эту вот инвентарь, да. Домик, конечно, у него зашибись. Вот. И вот. Ножницы сделали, все дела. Картошка у меня все еще не растет. Не растет. Арбузы, кстати, я выбил. Крипер тут у нас купается. Зашибись. Ты-то мой пирожочек. Нет, не взрывайся только. Говна кусок. О, вроде ничего не сломал. Потому что он в воде был или почему? Неважно. Короче, сейчас мы пойдем... Куда? В шахту хотели сходить. Там немножко покопаемся и пойдем уже, может быть, в ад. Да. Мне надо что? Мне ничего не надо. Вот. Может, еще алмазов найдем. А на этом все пока что. Без... Как... Ты куда поплыл? Найди меня. Опять искать? Ты надоел. Что ты видишь, хотя бы скажи. Лес. Ну, давайте будем играть с ним в прятки. Лес он видит. Зачем ты на гору поднимаешься? То есть ты меня видишь, да? Да. Понял. Спустился. Идешь к... Нет, не к своему дому. Теперь к своему дому. Там, где ты, да? Нет. А где ты? Я далеко от тебя. Но я тебя вижу. Ну, ты видишь и меня, и лес. Пошел опять в голову. Я смотрю на тебя? Нет. Блин, где мне тебя найти? Я даже не знаю. Блин, это интересная фигня в прятки. Если вы хотите, чтобы я скачал специальные карты для пряток, пишите в комментариях и может быть... С лопатой. С лопатой? Да. А мне загрубил. Ты когда-нибудь будешь вообще обороняться, нет?
Нет. Блин, у тебя броня. Ой, сейчас будет интересно. Выйди из дома. Зачем? Нет. Эй, не надо. Ладно, погнали в шахту, покопаемся. Я выхожу. У меня есть 7 алмазов. Слышишь? Меч. Подожди. Знаешь, что я тебе хочу посоветовать сделать? Давай сделаем более-менее не такую скомканную склад, да? И чуть подальше от твоего дома. Сделаем склад такой нормальный, да? Длинный, чтобы все в ряд было и чтобы мы не крутились на 360. Я хочу тебя на 360. Да, помоги. И, короче, вот. Такие дела. Сейчас мы... Это кошки бесятся. Сейчас мы немножко тут позанимаемся и все. Золотые. Ну и золото делать. Или что, мне железные делают? Ладно, железо... Короче, как-то так сделали, обустроились. Большой сундук с оружием. Тут руда, тут дерево, булыжник, дробленый сланец, гранит, иолит и так далее. Тут еда. А тут большой сундук. А тут с мусором. Ну вот, короче, собственно говоря, да что ты? Надо было обычные ставить эти. Так как я сказал то, что я у Максима буду теперь жить, я тут немножко сделаю себе комнатку нормальную, а Максим будет убирать лишнее. Вот это, например, к сожалению. Прощай, Градка, ты была хорошей. Вот. И, собственно говоря, мы пойдем в шахту, добудем... О, кстати, это растет, это хорошо, тростник. Нам нужен для бумаги, бумага для книжных полок, книжные полки для чарования. Потому что с чаровкой лучше это самое. Что? Правильно. Улучшается. Чаруется. Ну вы поняли, короче, что я вам рассказываю. Вот. Такие дела. Пойду обустроюсь и потом вам покажу. Да хватит тык-дыгать тут. Тык-дык, тык-дык. Что там говоришь сделал-то? Блин, крипер взорвался. Так, что ты... Ой, чуть-чуть. Ты тут это... А, ты это убрал? А зачем ты еще ниже копаешь? Я не ниже копаю, я хочу, ты знаешь, что сделать? Шо? Да, из булыжника дорожку. Опа. Ну, он тебе поможет. А, ты вот это забрал, заколотил. Угу. Все, понял, понял. Заколотил. Ну, кстати, вид имеет теперь уже, без твоего вот этого садика. Блин, тут что-то поправить тебе. Ну, давай поправлю здесь. Что мы так в шахту и не ходили. Я поправляю все, ты не переживай. Крипер вообще что-то это самое обнаглели. Слезай ты. Как мне его выгнать? Ну ладно, фиг с ним. Да и ладно. Вот такие пока что у меня прогресс. Да ты обнаглел вообще, крипер. Капец, я с него в шоке. Ну ладно. Я уже начинаю привыкать. Я уже нервничаю. Насчет чего? Ну, насчет этого. Насчет чего? Ты послушай. Тук-дук-дук-дук. А, тук-дук-дук-дук-дук. Да не надо, ты ее надержишься до покрая. Меня шатает. Че, напился, что ли? Короче, на данный момент я занимаюсь новой шахтой, потому что надо найти... Много-много алмазов для брони, для оружия. И только тогда мы отправимся в ад. Так что, ребята, извиняюсь. Вот, также нам не хватает угля. Очень сильно не хватает угля. Вот, так что, ребята, пока что мы будем рыться в шахтах. Будем рыться в шахтах. Вот. Извиняюсь.
В ад мы немножко попозже пойдем. Да. Ты не поверишь. Да я нашел алмазы. Хорошо, лей. Это я вот. У меня минус. Ой, минус 15, 90, 92. 206, минус 15, 92. Охренеть. 92. Я уже настолько задолбался копать. Сколько же? Ой, что-то много алмазов-то. Где? Угу. А, вижу. Я твой тоже. У меня минус 15, 53. 86. Там, где у тебя 53, у меня 86. Короче, будем копаться на этом уровне. Так как... Это что? Это что? Это шти. Здесь это не алмазы. Шти, это пещера? Подожди. Как мне тут? Подожди. Это что, пещера? Это не та пещера, которую мы... Покажи. Ну, как тебе показать? Вот так могу показать. А, нет, это другое совершенно. Иди... Возможно, под океаном сейчас? Так мы и так под океаном. Вот. Алмазы! Ой, я даже немножко рынул, не извиняюсь. Ошалеть. Вот сейчас у меня радости много. Блин, но алмазов мало. Плыви ко мне. Блин, красивые эти светящиеся. Нет, я буду копать до потери пульса, пока я не умру. Нет, ко мне плыви. Ай-яй-яй. Классно. Я буду добывать своим путем сам, без чьей-либо помощи, потому что я... Максим. Максим Хаус, три в одном. Ладно. Пожалуй, я здесь остановлюсь. Вижу железо. А, нет, это золото. Да, вот то, что я услышал. Слышишь? Это что, сквозная, что ли? Охренеть, тут криперов. Охренеть. Максим, пожалуйста. Пожалуйста, пожелай мне удачи. Я не хочу умирать здесь. Тут огромная пещера, Максим. Вот. Это все. Подожди. Я сейчас специально буду делать вход в этот самый от нашего домика вот сюда. Потому что здесь реально, вот здесь, я тебе не шучу. Здесь реально классно. Типа вот сюда можно ходить, понимаешь? Это та самая пещера, которую я хотел когда-либо. Вот эта вот пещера. Да ты что, у меня даже в своей выкопанной шахте не везет, а тут пещера. Прикинь, в пещеры буду ходить, искать, ничего не найдем. Я просто... так, если чисто мимо проходить, заметить. Что у тебя с голосом? Мне плохо. Да, я нашел железо. О, железо, это хорошо. Максима поздравляем. Поздравляем Максима. И теперь у меня... Сейчас я сделаю нормально, чтобы можно было ходить в эту пещеру. И будем сюда спускаться с Максимом. 9 кусочков. Максим, тут пещера не маленькая, я тебе скажу. Очень. Не ходи туда без меня. Я сейчас просто сделаю так, чтобы типа можно от нашего домика сюда... Для координат какие? 250 минус 15, 80. Иди на них. Мы специально включили координат, потому что по ним легче искать друг друга и все тому подобие. Вот. Еще 350 раз. О, алмазы, вы сами видели, я их нашел. Я их нашел. Замечательно. Блин, один алмаз. Жесть. Стой, раз это пещера, значит... Не-не-не-не, я тоже подумал, что это сквозная, но это так, просто чанки не прогружаются. Слышишь, я тоже так думал, то что я это... Я поплыл к лаве туда, в темноту, потому что там... Ладно, ты пока тут плыви, делай все, что надо, я буду добываться в радиусе знакомом. Чтобы недалеко от выхода. Кстати, выход-то легко запомнить. Тут же у нас это лава. Это легко, это хорошо. Так, мы сейчас походим по пещере. Посмотрим что-нибудь интересного. И, если что, включимся. Блин, охренеть. А, я думал, там алмазы, это зомби за тобой бегает. Нифига себе, ты там что делаешь-то? Я знаю. В смысле? Я вижу.
тебя убил. Ой. О, нашел алмазы. Охренеть. Жесть. Опять один. Эй, дай мне алмазы брать. Все. Ты заснял? Я надеюсь. Подожди, я заснял алмазы. И как ты умер, тоже... Ой, идите, короче, нафиг. Не надо меня убивать, пожалуйста, не надо. A few moments later. Я умираю. Они за мной бегут. Я не успеваю убежать от них. Вот это экшен. Экшен, камера снимаем. Тут вода? Ага, все вижу. Ты домик делаешь? Да. Делай домик быстрее, пожалуйста. Я не могу быстрее. Фуф, живем. Господи, как же их тут много. Извиняюсь, я просто этот, звучишь. Алмазы нашел, прикинь, опять. Угу. Не шучу. Я совсем не шучу. Тут крифер делает все, что хочет. Козла кусок. Нашел себе. Это мои алмазы. Еще один крифер. Нападай. Нападай. Все хорош. Опять один алмаз, ну ё-моё. Ты чё, снимаешь до сих пор? Угу. Короче, я здесь погуляю. Может, ещё алмаз найду. О, смотри, этих тут. Максим. Ты уже спустился. Нет. Я прятаюсь от них. Не убей меня. Дальше ещё в голову прилетит стрела. Угу. Он бегает, а я тут спасаюсь. Опа. Алмазы. А я зажал за золотом шел. Офигеть. Один? Ну один, конечно. Ой, да. Да нафиг мне этот алмаз. Ой, алмаз, железо. Мне алмаз нужен. Ты так гонишься за алмазом? Я так гонюсь за жизнью своей, которая мне нужна поскорей. Оп. Да не знаю. Опа. Парам-пам-пам. Я, пожалуй, даю тебе этот шанс. Ой-ой-ой. Слышишь, ты где Максим? Максим, посмотри наверх. Наверх посмотри. Ты отобрался. Ну давай. Ну ладно. Я сгораю. Я туда? Ох ты ж. Идут. А чё они? Тут спаунятся. Ребята, вам другой район. Особенно тебе. Почему тут нет этого? Бля. Мне уголь нужен. И алмазы. Алмазы и уголь. Уголь и алмазы. Но криперы мне точно нужны. Угольная болезнь. Мне нужны... Алмазы. Где? Он горит. Где? Я сверху наблюдаю, пытаюсь. Еще один идет. Как-то все подозрительно. Дебил. Что они так спавнятся, а? О! Морковка! Мне выпала морковка, прикинь. Да, прикидываю. Короче, мы походили по пещере, кучу мест нашли, ничего интересного, нету алмазов, есть только зомби, которые нас убили, ну и мы сюда больше не ходили. Короче, я это самое, пойду посажу. Картошку, кстати, вот я размножаю, все хорошо. Морковку я сейчас тоже буду размножать. Картошечка растет. Блин. Подождать до конца, что я тороплюсь. И на этом все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Поставьте лайк, подпишитесь и сходите в следующую часть. А в следующей части будет очень интересно. Пишите, что думаете о следующей части. Вот, на этом все. Всем спасибо. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте делиться этим видеороликом с друзьями. Предлагайте свои идеи для Майнкрафта в комментариях. Ну, а мы прощаемся. С вами был Максим.
и я, демон. Всем спасибо, всем до скорых встреч. Пока-пока.